Всем привет! Сегодня стреляем вот из такого вот оружия. Это лук. Лук историчный, прямой. Ну, собственно говоря, хотелось по этому поводу передать привет Филу Романову, который любит стрелять из капсульных ружей. Но сегодня мы стреляем из противоположной стороны фронтира, из того оружия, которым обычно защищались американские индейцы. И, собственно говоря, из того оружия, которое на протяжении многих-многих веков исправно служило человечеству. Исторический лук, лук прямой, дошел к нам буквально с времен неолита и использовался до позднего средневековья. В принципе, он не менял систему, оставался вот в таком виде неизменно, как есть сейчас. Лук композитный. В данном случае это двухслойный лук. Вот если мы сюда посмотрим, то мы видим, что здесь есть две деревянные пластины. Наружная, бамбуковая, и внутренняя. Внутренняя, если я не ошибаюсь, это ясень. Перемотаны льняной ниткой. Вот, рукоять также перемотана и обработана специальным лаком. Хотелось бы показать, как устанавливается и снимается тетива. Все это делают просто, там как-то пытаются тянуть, перегибать, это все лишнее. Все это делается гораздо проще. Легко сняли, ну и соответственно, таким же образом легко одели. Все очень просто. Через ногу называется. Одной из разновидностей лука, которая также дошла до нас незапамятных времен, является так называемый рекурсивный лук. Вот если так вот их сравнить, это лук прямой, а это рекурсивный. От слова рекурва, то есть обратный изгиб. Вот, вот этот вот обратный изгиб сверху и снизу имеется в виду. Это рекурсивный, это, соответственно, прямой. В чем смысл именно рекурсивного лука? Такая интересная форма специальная. Она рекуперирует кинетическую энергию всего лука и тетивы. И в результате что мы имеем? В результате мы имеем меньшую силу натяжения лука и при этом имеем большую скорость полета стрелы при всех прочих равных условиях остальных. То есть рекурва, рекурсивный лук, это более прогрессивная модель лука по сравнению с луком прямым. Стрела, которая используется для стрельбы из лука. Обычное деревянное древко, это ясень. Стальной наконечник, точенный. Наконечник по форме, по своей, по конфигурации, это тот, который используется в реконструкторских турнирах, в реконструкторских сражениях. То есть вот, вот так вот он выглядит. Здесь у нас оперение, это гусь. Клипера, которые приклеены к древку. И здесь вот есть обмоточка оперения. Она должна быть еще и сзади, если хотите, для того, чтобы эта стрела выглядела исторично. Значит, в самом классическом виде это выглядит так. Мы становимся левая и правая нога по направлению к мишени. Это должна быть линия, по которой мы стреляем. Лук, если вы правша, берется в левую руку. На полочку накладывается стрела. Стрела вкладывается в тетиву. И здесь оперение должно лежать таким образом, чтобы справа было два пера, а слева было одно перо. На тетиву кладем три или два пальца, как вам удобно. Ну, три проще тянуть, особенно если у лука довольно-таки значительное натяжение, поэтому лучше три пальца. Если полочки специальной нету, то стрела кладется просто на ладонь. Левая рука выпрямляется полностью. Правая рука обязательно расслабляется в кисти. То есть вот здесь вот напряжение не должно быть. Вот так вот тянуть ни в коем случае нельзя. Обязательно правая кисть, и тянется тетива
от плеча, то есть плечевым поясом натягивается. Натягиваем, целимся. Про прицеливание это отдельная история. Целимся, тянем тетиву за ухо. Целимся и отпускаем. Нужно обязательно в перчатках. Почему в перчатках? Расскажу. Во-первых, то, что касается левой руки. По левой руке идет оперение стрелы. И если у вас не будет на левой руке перчатка, то вот эта вот часть ладони, вот здесь вот, моментально будет царапана и очень сильно царапана. В принципе, идеально для стрельбы из лука иметь не просто перчатку, а иметь специальную крагу. Крага – это длинная перчатка, которая закрывает полностью предплечье, вот, буквально до локтевого сустава. Ну, крага – это такая перчатка, мотоциклисты, например, знают, что это такое. Крага для мотоцикла и для лука отличается чем? Мотоциклетная перчатка полная, крага полностью закрывает предплечье, а лучная закрывает только внутреннюю сторону предплечья, и вот здесь вот обычно на ремешке крепится. Это левая рука. Правая рука может быть и без перчатки, но когда вы накладываете тетиву на лук, стрелу на тетиву, вернее, и натягиваете тетиву, а натягивать нужно обязательно только первыми фалангами. То есть, если вы возьмете за тетиву второй там, или третьей фалангой, у вас просто не получится правильный спуск. Обязательно только первыми фалангами. Так вот, если здесь не будет перчатки, о тетиву вы моментально за 2-3 выстрела пальцы свои просто повредите. Поэтому перчатка в данном случае это обязательно. Не обязательно такие тактические, которые 5-11, но любая перчатка, которая смягчит ваши тактильные ощущения на тетиве. Мишень, обычная арбалетная или лучная мишень, пятизонная. Мишень закреплена на подмишеннике. В данном случае это лист изолона. Толщина этого материала составляет 10 сантиметров. Ну такое, что-то прессованное всякой ерунды. Но в чем его смысл? В данном случае в качестве подмишенника. Стрела его, как правило, насквозь не пробивает, но в аккурат здесь застреет и не повреждается древко, не повреждается наконечник стрелы. Вот с обратной стороны здесь стрелы не выходят. Мишень 60 сантиметров.